В рамках чемпионата России встречаются Слава ЦСП справа от вас на экранах против Краснодарской Кубани. Возмутитель спокойствия 2017 года. Матч начался. Время запущено. Поехали. Ну, немного о раскладах турнирных. Артур, напомним болельщикам, что у нас по таблице. Артур улыбается, хорошо, напомню я, это для него первый эфир, поэтому ничего в этом такого нет, что он немного еще скован. Так вот, Слава ЦСП занимает у нас пятое место, имеет в своем активе 11 очков. Кубань с 18 очками занимает третье место, и Кубань сейчас очень хорошо атакует, и все это заканчивается попыткой уже на четвертой минуте. Да, Роман Рощин, номер 11. Видел, либо вообще не видел, но такие наверняка есть. Что из себя представляет Кубань 2017? Кубань 2017 представляет... А вот сейчас пока прорыв и не дает мне договорить Владимир Остроушко. Если номер честно... 13 делает очередную попытку, вторую в этой игре. Счет становится 12-0. Да. Тем не менее, славяне мяч сохраняют. Быканов, Устинов, сам Иван нашел дыру. А ногой бы еще себе на ход. Молодец, Ваня, услышал меня. Бежать теперь. Теперь бежать и прессовать здесь, захватывать. Ну хорошо, не торопится Саша. Свеча к ней успеет, Дмитрук. Бежит. Пшеничник бежит. И забирай. Подбирай. Дай, беги. Беги. Попытка. Фиксируй коп попытку. Бросает. Уверенно здесь все. Ловля. Останавливает Слава движение. Мяч выводится на сугробу. И он бьет дроп-гол. И забивает. Вот неожиданное. Привет от Сергея Сугробова. Неожиданно. Вырывают в очередной раз кубанцы мяч у своих оппонентов. И уже Слава находится просто в тяжелейшем положении. На скорости атакует Кубань. Захвата нет, а есть попытка. И это кто у нас? Нет, попытки еще нету. Кто это? А почему? Коп показывает преимущество, Слава уже в положении находится проигрышным. Я думаю, сейчас, скорее всего, релиза все-таки... не было, да? Смотрят, я не вижу и не слышу никаких претензий по поводу качества трансляции. А у нас Кубань атакует. Гриценко поднял мяч, его сразу же ему на помощь пришел Гостюжев. Рак. Титика здесь. Титика, да. Тоже, кстати, экс-игрок Славы. Как же и тот же игрок, который сейчас заносит попытку. Кто это заносит? Это Назир Гасанов, тоже в свое время немало. 30 тема игры и понимание того, что надо делать на поле, это совсем другое. Слава, по-моему, пока не понимает, что надо делать на поле. Зато это прекрасно понимает Кубань, которая... И Сергей Сугробов передает привет Славе ЦСП. Большой, пламенный, на 54-й минуте кладет попытку. 29-7. К этой игре назад, нет, вперед. А штрафной, да, штрафной, конечно, тут как раз Николай Серков разыграл. Серкова ждут Николая Серкова. Несмотря на то, что он габаритный игрок, не получается у него быстро разыграть и положить попытку. Пас. Хорошо, Слава играет в защите. Неплохо защищаются красно-желтые. И попытка, кто Гаджиев. Гаджиев, да? Да, Гаджиев, Тимур, номер 7. Тагир Гаджиев, да. 71-й. В конце первого тайма как раз. Да, Назир Гасанов нырнул в зачетку Славы, подобрав мяч от рака. Минут и одержит абсолютно заслуженную победу. Сейчас Сугробов вполне возможно наберет еще 3 очка. Подождем, буквально пару секунд осталось. А следующий матч, что у Славы, что у Кубани, опять будет игра между собой, только теперь 70, в Краснодаре. Да, 78-я минута, 39-7. Вот мяч вылетает традиционно, рано я похвалил славян. И вообще мяч потерян, я думаю... Все, да, матч на этом закончен. Михаил Кудинов убил мяч в аут. Поздравляем Кубань с победой, 39-7. Да. И команда из Краснодара обеспечивает себе место в плей-офф. Мы поздравляем всех. Да, поздравляем всех болельщиков и всех, кто причастен к регбийному клубу Кубань с этой прекрасной победой. А болельщикам Славы что? Можем пожелать только не отчаивайтесь, приходите на стадион, и болейте. Поддерживайте команду. Да.